Итоги деятельности контрольно-счетной палаты за 2021 год подвели на очередном заседании Совета депутатов Одинцовского округа. За отчетный период было проведено 70 мероприятий, в том числе 41 контрольное и 29 экспертно-аналитических. Всего проверки проведены на 158 объектах. Общий объем проверенных средств составил 27 миллиардов рублей. По результатам проведенных мероприятий выявлено нарушение недостатков на общую сумму 15,7 миллиардов рублей. Установлено 14,5 миллиардов рублей, в том числе и денежными средствами, возмещено в бюджет 5,3 миллиона рублей. Бюджет – еще одна важная тема. Основные изменения на 2022 и плановый период 2023-2024 годов связаны с внесением корректировок доходов и расходов, в том числе из-за приведения в соответствие с госпрограммами Подмосковья. Так планируется увеличить расходы на строительство объектов образования, ремонт дорог общего пользования и реконструкцию улицы Чистяковой, благоустройство дворов и общественной территории Липовая роща, устройство систем дорожного освещения и другие виды работ. С учетом внесенных изменений доходы бюджета составят 33,3 миллиарда рублей, расходы 36,2 миллиарда рублей, дефицит бюджета 2,9 миллиарда рублей. Основные изменения в расходах связаны с внесением изменений в государственные программы Московской области. Также депутаты рассмотрели вопросы о внесении изменений в законодательство о государственном и муниципальном контроле, утверждение размера платы за содержание жилого помещения на территории округа, порядке предоставления в безвозмездное пользование муниципального имущества. Большинством голосов все они были одобрены депутатским корпусом. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».